Еще самое важное среди всех этих слов и самое важное, что нужно понимать изначально, с чего все начинается, с чего все начинается, что все люди говорят и что говорят стримеры, которые выдают негативную оценку своим оппонентам или союзникам. Вот так можно сказать. Что самое нужно, главное нужно понимать, что это идет обращение к игроку, к его никнейму, к человеку, который находится в интернете. Это не идет обращение к его личности. Хоть он там ебашит на заводе, хоть он спасает там, он доктор, спасает жизни людей, там, занимается какими-то, блядь, операциями. Хоть он там переводит бабушку там через день, через дорогу, покупает бабушке хлеб, покупает бабушке то, сё. Ну, может он быть, ну, вообще, ну, он может быть самым лучшим человеком в жизни, ну, в мире, ну, вообще, ну, лучше не найдешь. Да, теоретически, да, он классный, крутой, молодец, вообще, заебись. Но мы играем в танки. И я горю из-за того, что он делает в игре. Я не знаю, кто он в реале. Я не знаю, как он в реале себя живет, как он себя ведет, живет и кто он. Но я знаю и вижу, что он делает в бою. А когда он находится со мной в бою, он контактирует со мной. Поэтому я отношусь к нему так, как к игроку, а не как к личности в реальной жизни. И не нужно не нужно эти все слова, которые, блядь, уходят в игрока, интерпретировать на человека в реальной жизни. Понятно, что в реальной жизни никто бы ни с кем бы, блядь, даже не общался. Никто бы никому ничего не доказывал. Потому что это глупо. И потому что это, блядь, определенные риски, это определенные последствия. А здесь работает здесь совсем другая сфера вообще, совсем другой мир. Здесь каждый человек может говорить все, что хочет. Все, что хочет.